Ну, хорошо, что прошли в 1-4. В принципе, игра складывалась тяжело. Проигрывали, хорошо, что сравняли и дальше додавили. Так что молодцы. Идем дальше. С чем связана такая напряженная борьба с Италией? Не знаю, команда такого уровня хорошо обороняется и хорошо выходит в атаку. В принципе, из-за этого. Недооценки не было? Да нет, конечно, не было. Всегда настраиваемся на любую игру. Понимали, что будет тяжелая игра. Сил хватит теперь на Анжи и Шальке? Да, я думаю, конечно, хватит. У нас целый комплекс восстановления. Так что с этим, я думаю, не будет проблем. Скажите, а что пошло не так? Почему Оренбург дважды удалось уходить в общем-то в счете? Ну, я думаю, в первую очередь, то, что пропустили, поэтому все пошло наперекосяк. Но хорошо, что мы сравняли, потом опять пропустили, потом опять сравняли и дожали. Поэтому я показал, что вы играли по бразильской системе. Они не забыли, сколько смогут, вы сегодня сколько захотите, так? Можно сказать и так. Почему, тем не менее, не забивают именно нападение? Не знаю, мы работаем над этим, тренируемся, отрабатываем. Надеюсь, в дальнейшем будем забивать все моменты, которые создаем. Судья давал много сильных карточек. Была жесткая игра или что можете, как можете прокомментировать? Ну, жестко, да, в какой-то мере, в принципе. Судья молодец, я считаю, хорошо отсудил игру. Все? Я считал, что он хорошо судил только в вашу сторону. А это уже не в моей компетенции обсуждать. Все? Спасибо, Серега. Хорошее интервью.